Ну вот, третий потолок удачно завершен на балконе. Ну, в принципе, уже третий раз. Не так страшно уже его натягивать. Появился опыт уже. В принципе, нормально вышло. Как бы. Не знаю, надо ли тут вентиляцию делать, не надо будет. В комнате, наверное, надо будет сделать, потому что при открытии окна потолок начал немножко гулять. Заказал на AliExpress. Вытяжки такие. Ну, ждем, когда придет. Ну, в принципе, все.